Экономическая ситуация в Дагестане за 10 месяцев этого года характеризуется устойчивыми темпами роста основных макроэкономических показателей. Об этом говорил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев на заседании комиссии по мониторингу достижения целевых показателей, определенных указами президента России. Рассмотрели выполнение трех указов. Они затрагивают государственную социальную политику, здравоохранение и систему государственного управления. Владимир Васильев отметил, в вопросе реализации государственной социальной политики достигнут запланированные индикаторы уровня средней заработной платы педработников, образовательных учреждений, врачей и среднего медперсонала. Вместе с ним по пяти показателям есть небольшие отставания от целевых значений. По словам руководителя региона, в этом направлении правительству региона предстоит срочно принять все меры, чтобы обеспечить по итогам года устранение недочетов.